Всем привет! Вот такое прекрасно солнечное утро. Тимеево. Октябрь месяц. 23 октября. С утра чуть прохладно. Центральный въезд в отель Фэмили сейчас. Всем привет, Тимер. Раннее утро. Людей много. Октябрь месяц. 26 сейчас. Но в тени прохладно. И вечерами стало прохладно. Пляж нашего отеля прямо. Лежаки всегда есть свободные. Возле бассейна много людей загорает. Поэтому занимать не приходится. Всегда придешь, найдешь место. Солнце припекает. Очень хорошая погода. Небо ни одного облачка. Все отели работают. Людей много. Маски никто не носит. Ограничения все сняты. Класс. Викинг. В этом домике сдаются квартиры в аренду. Еще пляж. Ну вот лежаки везде свободные, вы видите. То есть, ну, людей много. Особенно вечером, как все выходят на променаду. Котики везде. Греются на солнышке.
медуза уходит на экскурсии. Отчалили. Сейчас такое время, как раз все корабли отправляются на экскурсии. Везут в разных направлениях или на острова куда-то, на мысы, где можно поплавать в чистой воде, или к дельфинам, или просто прогулка. Если долгое путешествие, там их обедом кормят. Ну, а так, рыба, мясо. Все зависит от цены. Ланкорабич. Заботимся. Четыре звезды. Тоже битком пляж. Не работа, мечта. А где погоду встать? Тоже людей очень много. Пляж от отеля. Тут все чисто, красиво, остро. Пострижены кусты, пальмы. Пример. Кемер, октябрь месяц. Сегодня уже 23 октября. Игровая площадка. Бургер Кинг. Вот яхты. Корабли прогулочные, катера. Очень тихо, спокойно, ветра практически нету. Вчера очень был сильный ветер, большие волны.